Вопрос, почему люди не видят результат реформ. Потому что у нас в Украине есть системная проблема всего института власти. А она заключается в том, что цели реформы в доведении тарифов до безубыточности, а не в том, чтобы определить, человек должен быть здоров и что для этого нужно. Человек должен быть богат и что для этого нужно. Человек должен чувствовать себя в безопасности в этой стране и что для этого нужно. И когда будут поставлены цели и каждому человеку скажут, вот эта цель, быть здоровым, она означает, нам нужно принять такой закон. Тогда люди будут понимать, к чему мы идем. А когда мы ставим целью, доведение тарифа до уровня безубыточности и увеличение объема добычи газа, то извините, какое это отношение имеет к той конечной цели обеспечения качества жизни? Вот это есть проблема. Спасибо.